В эфире новости, в студии Гульнара Жандагулова. Движение транспорта открыли почти на всех автодорогах республиканского значения. Об этом сообщили в национальной компании «КазАвтожол». На данный момент закрыт только один участок на трассе Кокшетау от Басар в Акмолинской области. В целом ситуация на дорогах стабильная, отмечают специалисты. Дорожные службы очищают проезжую часть и обрабатывают ее противогололедным материалом. Задействованы 700 единиц техники и больше 1000 специалистов. Напомню, утром из-за гололеда трассы из Астаны закрыли по всем направлениям, а это почти 1000 километров дорог по всей Акмолинской области. За последние сутки в травматологические пункты Астаны обратились больше 180 человек, в том числе 15 детей. Медицинская помощь им понадобилась из-за неблагоприятных погодных условий. Врачами госпитализированы и прооперированы 13 взрослых пациентов. Они призывают жителей быть предельно осторожными и в вечернее время не ходить по слабо освещенным улицам. В основном встречаются переломы голеностопного и лучезапястного сустава. Госпитализируются более тяжелые травмы. Это крупные сегменты конечностей, там бедро, плечо, перелом бедра, перелом плеча. Детский травматизм в этом году значительно ниже, ввиду того, что было введено дистанционное обучение. В Казахстане не хватает 5000 учителей, и это при том, что каждый год высшее педагогическое образование получает почти 50 тысяч специалистов. Но многие не работают по профессии, заявил премьер-министр на заседании правительства. По информации Министерства науки и высшего образования, сейчас в вузах страны учатся почти 200 тысяч студентов. Число грантов по педнаправлениям достигло почти 16 тысяч. Повысили и студенческие стипендии. Параллельно с этим усилили требования при поступлении. В свою очередь, министр просвещения на заседании сообщил, что в колледжах обучаются более 80 тысяч студентов, 43 тысячи из них по госзаказу. Учебные заведения готовят воспитателей для детских садов и педагогов начального и дополнительного образования. Но даже при таком раскладе в стране сложился дефицит кадров. Поэтому Алихан Смаилов поручил профильным ведомствам до февраля следующего года разработать и принять региональные программы для решения проблем на местах. Алайда. Сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что во всем виноват учитель, привело к тому, что привлекательность профессии снизилась. Помимо трудностей образовательного процесса, педагоги несут еще большую психологическую нагрузку. Действительно, проблемы есть, поэтому государство продолжит поддерживать тех молодых людей, которые хотят получить профессию учителя. Новые технологии в сфере дошкольного образования теперь найдут применение и в Казахстане. Инновационным методикам обучили более 2000 алматинских педагогов из 200 детских садов. За полтора месяца они познакомились с опытом коллег из Германии, Америки, Финляндии и Швеции. После курсов педагоги разработали авторские программы раннего развития детей, которые внедрят в дошкольных организациях. Автор одной из лучших программ и методик получит приглашение на стажировку в Москву. По словам организаторов, проект повысит уровень квалификации педагогов дошкольных учреждений. Вы знаете, курс был просто чудесным, насыщенным, многофункциональным. Получали много знаний. Я уже применяла это детям. Детям понравилось все. То есть я учитель физкультуры, и у меня как бы подвижные игры, разные общеразвивающие упражнения, основные движения. Я, да, для себя очень многое взяла. Реставраторы книг со всей республики встретились в столице. В Астане на базе Национального центра рукописей и редких книг стартовал республиканский обучающий семинар, который объединил 7 организаций – библиотеки, архивы и музеи. В общей сложности 20 специалистов. Традиционное мероприятие проходит третий год подряд. В следующем году семинар планируют сделать международным. По словам руководства центра, в местных вузах не готовят реставраторов книг. Отсюда дефицит кадров и знаний, поэтому зарубежный опыт крайне важен для отечественных специалистов. Для примера, за 3 года здесь, в нашей стране, отреставрировали только 60 книг. Над ними работали 4 специалиста. За рубежом над таким объемом трудится около 30 человек. Соответственно, работа выполняется быстрее. Проблема в чем? Потому что профессионального обучения нет у нас. Ну, грубо говоря, сами учатся этому. А вообще у нас в Казахстане очень много культурного наследия.
письменного наследия, которое требует реставрации. Опять же, вот мы говорим, нет обучения, да? Ну хорошо, обучение он пройдет. Опять же, стимулирование, зарплата небольшая, опять же, у этих работников. Когда человек работает со старинными книгами, документами, которые там и грибок есть, и пыль есть, и всякие бактерии есть. Для этого нужно параллельно делать обучение профессионале и получение стимулирования, как наши отечественные работники и зарубежные, ну, это разница как минимум 3-4 раза должны платить. У нас 7 миллионов, свыше 7 миллионов книжных единиц, из них свыше 40 тысяч редких книг и рукописей. Сколько отреставрировано сейчас, ну, по статистике, это, я вам эту цифру сказать, как сказать, конечно, не могу, но бумага, она стареет с каждым днем, как бы она уже стареет с момента своего происхождения. И поэтому реставрация, она актуальна всегда, тем более сейчас, когда мы должны сохранить свое письменное культурное наследие. В столице Германии презентовали книгу о Мустафе Шокае. Издание о казахском общественном и политическом деятеле вышло в свет на немецком языке. Представили ее в Берлине немецко-казахское общество и казахская диаспора при поддержке научного центра Мустафы Шокая при Кызылординском университете имени Коркут-Ата. На презентации побывала и Шолпан Найманбаева. Книгу «Феномен Мустафы Шокая» уже называют уникальной. Она повествует о нелегком жизненном пути и политической деятельности казахского борца за независимость. По словам издателей, перевод выполнен на основе двух изданий – книги казахского историка Бахыт Садыковой и воспоминаниях супруги Марии Шокай. Презентация книги о Мустафе Шокае на немецком языке – это большое событие. Для нас она основана на издании Бахыт Садыковой, которая много лет занимается исследованием темы Шокая. Также в основу легла книга Марии Шокай «Мой Мустафа». Роль Шокая неоценима. Сегодня мы много говорили о его личности. Я считаю, началась новая эра познания и изучения нашего яркого политического деятеля. В новую книгу вошло и много архивных материалов. Создатели уверены, издание, опубликованное на языке Гёте, позволит познакомить немецких читателей, ученых и исследователей с выдающимся деятелем казахского народа. Участники конференции также обсудили роль и вклад Мустафы Шокая в нашу историю, а также выступили с докладами. Я считаю, что есть большой пробел в истории начала прошлого столетия, поэтому нужно их заполнить. Шокай сыграл большую роль в истории Казахстана. Книга охватывает разные периоды его жизни. Мы в Германии хорошо знаем историю Америки, Франции, однако плохо знаем вашу историю, поэтому очень важно переводить такие книги на немецкий язык. Сегодня имели возможность рассказать о нашем музее, рассказать о Мустафе Шокае, о политическом деятеле, который известен всему миру. Он был настолько разносторонним человеком, дипломатом, и настолько любил свою родину, любил свой народ. И этот человек действительно достоин того, чтобы ему проводили мероприятия международного уровня. Очень много еще как бы надо сказать. Я думаю, в дальнейшем надо продолжить совместную работу. А уже в следующем году музей Мустафы Шокая планирует презентовать выставку в Турции. Зрителям представят печать, рукописи из архивов и другие редкие экспонаты из их уникальной коллекции. Таким образом, еще больше иностранцев смогут открыть для себя талантливого представителя казахской интеллигенции. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия, Хабар 24. 76-летний пенсионер из Петропавловска стал волонтером и безвозмездно помогает нуждающимся. Добром он делится с горожанами и учит этому своих внуков. С удивительным Петропавловском в Международный день волонтера познакомилась наша съемочная группа. Геннадий Назарович в этом году отметил свое 76-летие. Несмотря на преклонный возраст, он состоит в команде «Серебряные волонтеры Петропавловска». Сегодня, вооружившись лопатами вместе с внуком, пенсионер пришел помогать одиноко проживающей горожанке очищать двор ее дома от снега. Лично я отдаю всего себя целое помощи для престарелых людей, для инвалидов. Кому печку сложить, кому пол постелить, кому стекло вставить, кому двери поставить, кому у ворота починить, калитку. Сейчас внуков учу этому делу, чтобы было у них доброе сердце. Занимаюсь физзарядкой по утрам, держу маленькое хозяйство, курочек, уточек. Так что некогда лежать на кровати.
Помимо Геннадия Назаровича, в группе «Серебряные волонтеры» состоит около 40 человек. Им всем за 60. Но возраст инициативным и активным пожилым людям не помеха. Свое время и силы они, без сожаления, отдают на нужды других людей. В том числе самых маленьких. Для недоношенных младенцев, которые находятся в перинатальном центре, они вяжут носочки, одеяло, игрушки и коконы. У нас вот интересный проект, который называется «Нити добра» или «28 петель». Это тоже оказание помощи. Это детям, значит, которые рождаются с малым весом. Это для детей, для того, чтобы они выжили. Это необходимо. А самое главное, что все это вяжется именно стопроцентной шерсти. Почему? Потому что так говорят неонатологи, что они помогают детям выжить. Пожилые волонтеры помогают не только уязвимым слоям населения, малообеспеченным семьям, сиротам и пожилым людям. В морозные дни для работающих на улице сотрудников коммунальных служб энергичные пенсионеры готовят горячий чай и угощения. Наталья Волкова, Куаныш Казбеков, Петропавловск, Хабар 24. И на этом все. Эфир продолжит «Дневная смена». Мой коллега Кыржан Смагулов обсудит вместе с экспертами установление единого часового пояса на территории Казахстана. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.